Вы смотрите новости сейчас. С вами Татьяна Король. Здравствуйте. Сегодня на Красной площади в Москве состоялся парад Победы. В торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял участие и президент Беларуси Александр Лукашенко. В числе высоких зарубежных гостей, которые также прибыли на парад, президенты Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители высших органов власти, некоторых других государств, послы стран-союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Помимо российских военных, в параде приняли участие представители 13 государств, в том числе по брусчатке Красной площади промаршировала знаменная группа сводной роты почетного караула Министерства обороны Беларуси. Под боевыми знаменами прославленных партизанских соединений и воинских частей проходит рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь. Командует парадным расчетом старший лейтенант Владислав Шепелевич. Напомню, в России парад по случаю 75-летия Победы в этом году был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Президент Путин выбрал дату 24 июня, так как именно в этот день, в 1945 году, состоялся исторический парад победителей. Проблемы с питьевой водой сегодня возникли в Московском и Фрунзенском районах столицы. Минчане жалуются на качество и запах воды из-под крана. Проблему максимально оперативно решает профильное предприятие «Минскводоканал». Буквально пару часов назад в лаборатории были выполнены исследования проблемной воды. По основным показателям это жесткость, щелочность, наличие аммиака, хлора. Качество соответствует санитарным нормам. На предельно допустимой границе зафиксирован только показатель по запаху. Микрорайоны Сухарева, Малиновка и Юго-Запад направлены на 5 цистерн с чистой артезианской водой. Сейчас они находятся на улицах Янковского, Рафиева, Сухаревской и Есенина. Сегодня мы задействовали все необходимые ресурсы, имеющиеся в производстве Минскводопровод, для улучшения качества воды. Мы проводим работы по промывке сети, выполняем регламентные работы дополнительные на сооружениях водоочистки и работаем на гравитационных водоводах, которые подают воду из водохранилища. Одна из возможных причин ухудшения качества воды – высокие температуры воздуха, которые держатся в Минске вторую неделю подряд. А пока жителям Московского и Фрунзенского района лучше не пить воду из-под крана и не готовить на ней еду. Как изменится ситуация к концу дня, расскажем в панораме. В Европе наступила африканская жара. Во Франции сегодня выше 30 градусов, а на юго-востоке страны и вовсе 37. Температурные рекорды ожидаются в Швеции и Соединенном Королевстве. В Испании еще теплее, в Севилье плюс 40 в тени. Как объясняют синоптики, такое повышение температуры вызвано горячими воздушными массами из Африки. Таковы главные новости к этой минуте. До встречи в 19 часов.